Всем привет, с вами Фоматовы, и сегодня я поеду в Дубу, и мы будем с ним жарить шашлык. Дороги все покрыты льдом, и я уже чуть три раза не упал. Я уже приехал к другу, сходили мы до магазина, купили по 5 рулетов. Вот мы уже расставили мангал. Сейчас будем насыпать углей, разжигать и жарить. Ну вот, нарубили мы пока столько дровишек. Я уже полил рожиком, и сейчас будем поджигать. Всем привет, сегодня сделали шашлык. Сейчас будем поджигать. Шашлык у нас будет из свинины. Вот у нас уже что получается. Вот такое видео у нас сегодня получилось. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.